Саммит Шанхайской организации сотрудничества завершился в Астане. Представители 16 стран мира приняли участие в столь важной политической встрече. На это мероприятие прибыли главы государств и члены правительств, а также зарубежные журналисты. Общая численность делегаций составила более 10 тысяч человек. Наш корреспондент Арман Сарсимбаев наблюдал за событием и готов рассказать, какие важные инициативы и заявления прозвучали. Добрый вечер, Арман, и о чем говорили на саммите? Добрый вечер. Инициатив было немало, и касались они территориальной безопасности, экономики в условиях санкций, природоохранной деятельности и образования. Но обо всем по порядку. Саммит ШОС прошел на беспрецедентно высоком уровне по количеству участников. Это объясняется тем, что Казахстан инициировал проведение встречи в двух форматах. Заседание глав государств-участников и встреча в виде ШОС+. Помимо членов организации, по приглашению прибыли и страны-наблюдатели. Это Афганистан и Монголия, а также страны-партнеры по диалогу. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что плодотворным взаимодействием в сфере политики, безопасности, экономики и культуры страны-участницы задают вектор развития всего евразийского континента. Мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет. Произошло поистине историческое событие. Республику Беларусь приняли в большую семью Шанхайской организации сотрудничества, сделав ее 10-м членом. Помимо этой страны Восточной Европы, туда входят Казахстан, Китай, Россия, Иран, Индия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Отныне международное объединение может по праву называться евразийским. По словам некоторых экспертов, ШОС для Казахстана – это важный инструмент для проведения многовекторной политики. За год председательства Казахстана в ШОС Казахстаном были выдвинуты очень важные инициативы, например, как инвестиционный фонд ШОС, потому что мы знаем, что внутри организации формируется новая финансовая архитектура, формируется уже такой экономический каркас. Здесь Казахстан является одним из таких законодателей МОД, можно сказать. То есть мы сделали такие прорывные предложения со своей стороны. Все внимание было приковано к выступлению генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Он заявил о необходимости прекращения огня в секторе Газа и Восточной Европе. По словам генсека, главной целью многосторонней системы должно стать достижение мира. Также он сказал, что Организация Объединенных Наций готова сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества для борьбы с терроризмом. Господин Гутерриш призвал все страны объединиться, чтобы не допустить превращения Афганистана в рассадник терроризма. Дети в секторе Газа умирают, получают увечья и травмы, теряют своих родителей и дома. Своими глазами видя все это. Это все должно остановиться. Нам нужен мир и в Украине, основанный на уставе ООН и международном праве. Нам нужен мир от Судана до Сахеля, от Демократической Республики Конго до Сомали, от Мьянмы до Гаити. Нам нужен мир в Афганистане. А председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о необходимости наращивания обмена разведданными. По его мнению, это значительно укрепит безопасность государств, состоящих в организации. Не менее громкое заявление сделал и Александр Лукашенко. Он призвал ШОС снизить зависимость от доллара, чтобы перейти на расчеты в национальных валютах. Также сегодня было подписано свыше 20 документов. Одним из самых важных стала Астанинская декларация и решение Совета глав государств о мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие. Также важно отметить, что в ШОС уже определились с кандидатурой на должность генерального секретаря. В 2025 году это место займет бывший министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Напомню, что Казахстан председательствовал в ШОС с июля 2023 года. После этого саммита место в организации перейдет к Китаю.